В ближайшее время федеральный кардиоцентр, который возвели на северо-западе, будет открыт. Сегодня губернатор посетит больницу. Михаил Юревич лично проверит готовность медучреждения к приему пациентов. Врачи должны начать работу уже на будущей неделе. Такую задачу глава региона поставил в понедельник. Тем более, что центр уже укомплектован всем необходимым оборудованием, набран штат специалистов. Единственное, что сдерживает открытие больницы – отсутствие необходимой документации. Правительство области намерено получить все лицензии в кратчайшие сроки. Но до Нового года 100% кардиоцентр примет больных, и сразу после Нового года уже начнется проведение плановых операций.